Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня буду показывать, как я высаживаю томаты в теплицу. Это те самые ранние посевы, которые я выращиваю для получения раннего урожая. Хотя половина теплицы у меня еще занята вот рассадой, стеллажи, но вторую половину я уже вскопала, сделала лунки и приготовила к высадке. Когда я размещала фото у себя на странице в Одноклассниках, многие спрашивали, как вы садите по две помидорки, покажите. Вот сейчас показываю. Вы видите, что основную дорожку я широкой не оставляю. Я вот вскопала, даже немножко как уже, чем дверь остается дорожка, для того, чтобы вот на каждой половинке была еще одна дорожка. Вот по этой дорожке я буду потом еще ходить между ними. С одной стороны будет у меня два ряда томатов. В каждом ряду сдвоенные лунки, в каждой лунке по две штучки. Так я высаживаю сейчас детерминантные сорта сибирской серии. Это Демидов и Настенька. Учитываю расположение солнца. Вот это у нас южная сторона. Солнце всегда отсюда. Сюда высаживаю более низкий сорт Демидов. Дальше ступенькой будет более высокая Настенька, чтобы вот этот первый ряд не загораживал вторым. Лунки делаю не круглые, а продолговатые. Вот видите, они как в длину. Так, чтобы сюда один стаканчик, сюда второй. Между ними обязательно расстояние, вот вы видите. Потом я воткну им один общий кол, и они будут привязаны у меня вот так к одному общему колышку. Сейчас я их ничем не прикрываю, потому что у нас очень тепло, но на крайний случай у меня всегда дуги. Если будет холодно, я вам вот для образца показала, я вот так вставляю пластмассовые дуги и сверху еще буду накидывать пленочку. Получается как теплица в теплице. Они обязательно все переживут. Смотрите, как готовлю к посадке. Нижние листья, несмотря на то, что они у меня не завяли, не пожелтели, я обрываю. 2-3 даже. Для того, чтобы можно было помидору заглубить до тех пор, вот где у нее пупырышки, которые корни дают. У них и так хорошая корневая система. Я еще сейчас заглубляю. Образуются новые корни. И это растение будет мощное, как дуб. Надо очень... как обязательно каждый раз заглублять рассаду. Видите, у них уже образуются корни. Оно само нас просит, закопай нас поглубже. Очень любит образовывать корни. Все, я по две штуки воткну. Рассада у меня взрослая, но еще не цветущая. Она сейчас здесь корни пустит, приживется и расцветет уже на постоянном, на своем месте. Вот это краткий обзор посадки. Я надеюсь, всем понятно. Кому непонятно, пишите на страницу в Одноклассники. Найти меня очень легко. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Я отвечаю хоть и не сразу, но всем, потому что сейчас некогда, сами понимаете. У меня посевы, у меня пикировки. Вот еще малыши рассада, надо по ящикам раскидывать. Но я отвечу всем, кто захочет, например, сделать так. Почему я сажу так? Конечно, здесь для экономии места в теплице. Я один раз прочитала в журнале, там рассказывали,